кандидат в мэр? Можно я на этот вопрос не отвечу по одной простой. А газеты почем? Бесплатно. Андрей. Ребенок, ты хочешь клей? Круглый. Какой? Круглый? Пожалуйста. Мы считаем, что наши права нарушаются. Наши права нарушаются, то есть с политической оппозицией борются административными методами путем вынесения административных наказаний. Мы хотим эту практику, так сказать, пресечь и обратить внимание общественности на то, что это не является правильным. Мы хотим, чтобы люди могли реализовывать свои права, могли свободно собираться, проводить митинги, проводить пикеты, могли участвовать в выборах, в том числе избираться. Но у нас могла все-таки осуществиться выборы в нормальном формате, в какой-то политической конкуренции.